Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шоу Стригун. Сегодня я хочу поделиться очень вкусным рецептом и, самое главное, простым рецептом приготовления завтрака. Это может быть, конечно, не просто завтрак, это может быть просто закуска, но стоит приготовить, так как готовится очень легко. Начинаем готовить. Поехали! Нам понадобится одно яйцо, 2-3 столовые ложки сметаны, также понадобится 2 столовые ложки муки. И с помощью вилки перемешиваем. Слегка присолим и слегка приперчим. И снова перемешиваем. Вот таким вот у нас должно получиться тесто. Берем еще одну миску и готовим точно такую же порцию. Оставляем наше тесто отдыхать на 2-3 минуты и тем временем займемся сыром. Теперь беру терку, сыр. Терка у меня не очень мелкая, средняя. Сыр берите любой, какой вам нравится. И натираем. Отправил сковородку на плиту, добавляю буквально капельку небольшую подсолнечного масла. Как только сковородка нагрелась, отправляю наше тесто. Огонь у меня под сковородой ниже среднего, это очень важно. Отправил первую порцию. Накрываем крышкой и даем прожарится минуты 2-3. Переворачиваем наш блин и отправляем сверху сыр. Сверху заливаем нашим тестом. Слегка разравниваю. Накрываем крышкой еще на одну минуту. И потом еще раз перевернем. Прошла ровно одна минута. Переворачиваем, чтобы не подгорел корж снизу. И снова накрываем крышкой ровно на 3 минуты. Ну что, друзья, давайте я разорву, покажу, что у нас получилось внутри. А внутри вот такая вот красота, друзья. Давайте попробуем, что у нас получилось. Друзья, это очень вкусно, очень питательно, необычно. Готовьте вместе со мной, друзья. Готовьте вместе со мной, я уверен, вам понравится, друзья. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забываем подписываться, делиться с друзьями и, конечно же, комментировать. Всем пока.